Все, что не делается, оно все к лучшему. Что к лучшему, мам? Ты что, не понимаешь, что это конец? Это не конец, дочь. К лучшему, что он сейчас себя проявил, а не после свадьбы. А ты себе еще найдешь. Умного и красивого, и богатого. Вон, пока училась в институте с тобой, толпами ухажеры бегали. Слава богу, не уродина. Ну, не уродина. А что мне теперь делать, а? Ничего. Жить, работать. Все образуется. Работать? Мам, я не смогу там работать. Там Алина будет приходить к отцу, а я не могу ее видеть. Ты вообще не должна обращать на нее внимания. Как? А вообще, я думаю, что теперь Сергей Владимирович меня точно уволит. Ладно, я знаю, что делать. Не вини себя. Я обидел ее. Мы оба ее обидели. Она мне тоже не чужой человек. Смотрю на тебя и ни о ком другом думать не могу. Ты рядом и плевать на всех. Извини, мне надо идти. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Простите за беспокойство. А, ничего страшного. У вас что-то случилось? Нет, ничего особенного. Сергей Владимирович, я хочу уволиться. А что у вас произошло? Ну, это долго объяснять. В общем, так сложились семейные обстоятельства. Ира, я все-таки прошу, чтобы вы попытались объяснить мне причину. Но не по телефону. Я знаю, недалеко от вашего дома неплохой ресторанчик. Жду вас там через час. Но в этом нет никакого смысла. Я не передумаю. Ира, я вас очень прошу встретиться со мной. Хорошо, я буду. Вот и договорились. И передайте повару, чтобы в следующий раз не добавлял столько чили в жаркое из кролика. Посетители жалуются. Да, хорошо. Простите. Надо все контролировать. Я в ресторанном деле уже давно. На данный момент владею 5 доходными точками. В том числе и этой. Но, как говорится, всегда хочется большего. Все деньги вложены в дело. Поэтому мне и нужен партнер, который не только может поучаствовать финансово, но и активно помочь в организации процесса. Вадим, это, конечно, все очень интересно, но мне хотелось бы знать, о какой конкретной сумме идет речь. Все изложено здесь, в бизнес-плане. Бизнес-план, необходимая сумма для старта и приблизительная прибыль в первые месяцы работы. Ого. Не стоит спешить с принятием решения. Вы можете взять документы и изучить их в спокойной обстановке. И знаете что, Анна? Даже если вы примете решение не вкладываться в этот проект, я буду очень рад нашей встрече. Вы очень красивая женщина.
Сергей Владимирович, мне на самом деле нечего вам сказать. Я уже приняла решение и вряд ли передумаю. Давайте угадаю. Ваш жених изменил вам с другой и... Да, но... И это другая моя дочь. Так. А откуда вы все это знаете? Это несложно. Когда я вас подвозил, я заметил ее машину. Что ж. Я не собиралась вам все рассказывать, но раз вы уже знаете, то... Я поговорю с Алиной. Нет, не надо с ней говорить. Просто увольте меня и все, пожалуйста. Я зря сюда пришла, я пойду простить. Ирина! Ирина, постойте! Сергей. Сергей. Это мой муж. Бывший. Я вас хорошо понимаю, Ира. Я сам не так давно не пережил нечто подобное. Анна Семеновна? Она вам изменила? Да. С моим партнером по бизнесу. Бывшим партнером. И вы смогли ее простить? Нет. Говорят, умение прощать – свойство сильных. Но, видимо, я не вхожу в эту категорию. А мне кажется, вы сильный человек. Вам кажется. А вы? Вы смогли бы простить Антона? Я не знаю, я теперь вообще сомневаюсь, что я его любила. Ну, честно признаться, мне и правда больно. Да. Любовью болеют все на свете. Это что-то вроде собачьей чумы. Ее так легко переносят дети. И совсем не выносим мы. Она нас спасает. Она нас поддерживает. Обещает нам счастье, маня. Уставшее сердце уже не выдерживает температуры огня. Просто оно безнадежно замучено от самых простых вещей. К вечной казни и муке оно приучено, но не может привыкнуть к ней. Ира, я сейчас, наверное, буду выглядеть глупо, но если я этого не сделаю, то буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Выходите за меня. Не нужно давать ответ сейчас. Подумайте. Возьмите времени столько, сколько вам надо. А я подожду. Ты что тут делаешь? Мама сказала, тебя нет, я решил дождаться. Нам нужно поговорить. О чем? Ир, я действительно очень обидел тебя. Я понимаю, ты злишься. Я не злюсь, Антон. Правда? Правда. Я просто хочу тебя забыть. Больше никогда не вспоминать, понял? Ир, выслушай меня, это была ошибка. Ира! Встретила Антона в подъезде. Да, он приходил. И я сказала ему, что тебя нет дома, но он не поверил. Что ему нужно от тебя? Прощение приходил просить. Какой бесстыдник. Вначале в душу нагать, потом прощение просит. Это ж какую наглость надо иметь. Мам, ну хватит, и так тошно. Я, конечно, не смогу его простить. Но мне кажется... Он и правда сожалеет. Вот-вот, пусть помучается теперь. Ну, мам. Ну что, мама?
Ну, ты ради ребеночка вырасти его, а потом мы посмотрим, как ты такое будешь терпеть. Если он придет, я его просто своими руками. Мама! Что ты заладила? Мама да мама. Мне предложение сегодня сделали. Ира! Да не Антон, успокойся. А кто? Один человек. Какой человек? Хороший. Алина, опять ты мазню здесь свою развела. Заставила все. Я только вчера уборщицу вызывала, ты меня так разоришь. Что, так поздно? Свидание? Не твоего ума дело. Бизнес, доча, бизнес. С тех пор, как папаша твой нас бросил, мамочке нелегко приходится. Слушай, будешь? Не-а. Я только что из ресторана. Кстати, по поводу твоего папаши. Знаешь, с кем я его сегодня встретила? С кем? С подружкой с твоей. С Галкиной Иркой. Не знала? Знала что? Что они встречаются. Вот морда наглая. Змеюку на груди пригрели, а ты еще и на работу ее устроила. Ты правда ничего не знала? Мама, этого быть не может. Ира сохнет по своему парню. Ага, сейчас, как же. Подружки твои, губа, не дура. Миг сориентировалась, где денежками пахнет. Ах, смотри, Алинка. Если она его на себе женит, можешь распрощаться со своей беззаботной жизнью. Она тебе вмиг кислород перекроет. Вон, подъезды пойдешь мыть. Алина, убери все это! Я не могу в это поверить. Не можешь поверить, что наша отличница прокрутила такую многоходовочку? Представь себе, я тоже. А если твоя мама все это придумала? Зачем ей это? Очнись, Антон, они на свидание ходят. Что ты думаешь, они там кроссворды разгадывают? Значит, все это время у меня за спиной? Да, она крутила шашни с моим папашей. Знаешь, я даже рада, что так получилось. Все равно рано или поздно она бы ушла от тебя к нему. Зачем ты мне все это рассказываешь? Во-первых, я не хочу, чтобы ты научился играть сам с собой. А во-вторых, Антон, ты мне нравишься. Очень. Чего без звонка? Что-то случилось? Нужна новая домработница, сломался ноготь, нечего надеть. М? Сереженька, только не надо ерничать, я по делу. Да, ты всегда по делу. Сколько на этот раз? Вот. Что это? Это бизнес-план, Сережа. Я хочу, чтобы ты лично убедился, что на этот раз все нормально, продумано. Внутри эскизы и все расчеты. Тут ты все высматриваешь. А я не поняла, ты действительно, что ли, один? Мы с тобой давно в разводе. Какая тебе разница? Сереженька. Ну, только не надо из себя ангела строить, ладно? Я тебя вчера видела в ресторане с этой Алинкиной подружкой. Знаешь что, Сереж? Она мне не понравилась. У нее морда наглая. Прекрати, иначе я тебя выставлю. Ты как-то смеешь? Смею, Анна, смею. А, так это все из-за нее, да? Да я этой стерве глаза выцарапаю. Если ты приблизишься к ней ближе, чем на километр, я оставлю без пособия. И тебя, Алину. Ты меня поняла? Алина здесь при чем? Да при том. Яблоня от яблони недалеко падает. Твоя дочь. Наша дочь, Сереженька. Наша дочь. Переспала с женихом Иры. Я вчера пытался ее успокоить. Поэтому прошу тебя уйти отсюда и не приходить сюда больше никогда. Мы с тобой чужие люди.
А если он обидит тебя, скандал устроит? Мам, ну зачем ты так? Я не собираюсь с ним разговаривать. Я просто отвезу вещи и все. Ты нет, а он псих. Поди знаешь, что от него ожидать можно. Ну не переживай ты так. Антон, какой бы он ни был, он умный, интеллигентный человек. Он не будет устраивать истерик. Ну хочешь, я как только отвезу ему вещи, я сразу тебе позвоню, чтобы ты не волновалась. Да. Договорились. Здравствуй. Здесь все твои вещи. Если я что-нибудь забыла, я пришлю курьера. Ты вот так просто уйдешь? Нам с тобой не о чем разговаривать. Я так не думаю. Даже осужденному на смерть дают последнее слово. Или я не заслужил такого права? Я думаю, ждет мама. Мне нужно сделать ей укол. У тебя есть 5 минут, я тебя слушаю. Ир, ну что мы делаем, а? Я серьезно. Расстаемся. Мы не договаривались, что я буду отвечать на твои вопросы. Хочешь сказать, говори, не тяни время. Время. Разве его можно тянуть? Его можно только выиграть, но мне кажется, я его проиграл окончательно и бесповоротно. Я старался быть лучше, торопил события, пытался как можно поскорее выбраться из того дерьма, в котором мы оказались. Я верил тебе. Казалось, зря. Ты всех обманула, и меня в первую очередь. Антон, ты изменил мне с моей лучшей подругой. Да, я совершил ошибку, но я не считаю себя виновным. Мне это надоело. Нет, ты обещал меня выслушать. И мои 5 минут еще не истекли. Наконец-то я понял, почему ты искала работу своей мечты. Ты не работу искала, ты искала жениха побогаче, не то, что я, без роду и племени. Что? И вот она, работа мечты. Тебе удалось понравиться богатому бизнесмену. Ну что, что он отец твоей подруги? Плевать. Ну что, что он старше тебя в 2 раза? Плевать. Ну что, что дома ждет тебя Антон, корячится из последних сил, чтобы вы сняли хоть какую-нибудь квартиру? Плевать. На все тебе плевать. Я все знаю. Ты только ждала момента, чтобы бросить меня. Крутила хвостом перед этим своим Сергеем, как его, Владимировичем. Вас видели. Даже вчера. Я знать тебя не хочу, слышишь? Вы меня любите? Да. Тогда я согласна. Я согласна выйти за вас замуж.
работе с коллегами что-то отмечают. Ну, а я дома рисую. Я поражаюсь твоему умению находить никчемных мужиков. Мам. Ну что, мама? Антон от этого ни рыб, ни мясо. Я не понимаю, если он с такой легкостью изменил ей, что ему мешает изменить тебе? Меня он любит, а ее не любил. А, ну да. Зато теперь ее полюбил твой папаша. Кстати, а ты не знаешь, когда они возвращаются из своего путешествия? Понятия не имею. Странно. Вроде должны были уже. Ты бы его набрала? Не буду я ему звонить. Он отец пусть и беспокоится. Я, между прочим, отправила подарок и поздравление на свадьбу. Хоть бы перезвонил. Зря. А вот я бы на твоем месте позвонила. Да, еще бы и в гости пригласила. Пусть посмотрит, в какой дыре дочурка его любимая живет. Мам, не начинай. Ладно, потом договорим. Вадик, а ты куда? Домой. Завтра встреча с утра приедется. Опять эти встречи? Что делать? Надо искать инвесторов для ресторана. Ты не смогла найти деньги. Вадик, ну не начинай. Ну ты же знаешь, я пыталась, но бывший уперся, ни копейки не дает. Бывший, бывший. Только и слышу про твоего бывшего. А как будто нет других вариантов. Ну, может, останешься? Не могу. Встречу с утра. Я же говорю. И потом это ты живешь за счет бывшего, а я должен самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Не уходи. Я тебе обещаю, что я обязательно что-нибудь придумаю. Аль, я дома. Тоже, смотри, какую я картину нарисовала. Аль, это моя любимая рубашка. Да ерунда, стираем. Наконец-то ты пришел. Смотри, что у меня получилось. Как тебе? Ну, хорошо, необычно, ярко. У нас есть в доме какая-то еда? Да, слушай, тебе правда нравится? Угу. Может, хоть какую-то яичницу поджарим? Можешь поджарить, я не голодна. Слушай, Тош, я такую картину еще задумала. А где у нас масло? Ну, Тош. Не называй меня так. Какой ты зануда. Малыш, прости. Просто сегодня был тяжелый день, ну, поругался за отделением, куча пациентов. Ты мне хоть капельку любишь? Ну, конечно, люблю. Чего ты спрашиваешь? Потому что чем ближе к свадьбе, тем ты дальше от меня. Ты перестал обращать на меня внимание. Не целуешь, когда уходишь. Ты передумал? Ну, что ты такое говоришь? Конечно, нет. Просто у меня сейчас непростой период. Зарплаты не дают, работы много. Нужно деньги за квартиру заплатить, на свадьбу достать негде. Вот я и срываюсь. Но я обязательно исправлюсь. Обещаешь? Обещаю. Наконец-то добрались домой. Хочу в душе спать. Ноги просто отваливаются. Вот сейчас попьем чаю, и будет тебе и душ, и спать. А чемоданы кто будет разбирать? Пушкин? Пушкин с Лермонтовым вместе. Завтра. Все завтра. Ладно. Да уж, с этими подарками за день не справиться. А, подарки. Ну, как-то придется справиться. Я тебе помогу. А вдвоем мы все это быстро раскидаем. Каникулы закончились. Послезавтра на работу. Так. Ты думаешь, там есть что-то живое? Месяц прошел, как туда никто ничего не клал. В Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Я сейчас сварю макароны, приправлю их сыром. У нас будет отличный ужин. Голубушка, как хороша. Ну, что за шейка, что за глазки, рассказывает так право сказки. Какие перышки, какой носок. И английский должно быть голосок. Спой, Светик, не стыдись. Карр.
Ой, Сереж, ты такой хороший. Умный, внимательный. Мы с тобой, заметь, даже ни разу не поссорились. Это какой-то специальный план обольщения? Да. На самом деле я злобный и коварный маньяк. Да. Сейчас приправлю тебя сыром и съем. Тогда маньяку нужно побриться, иначе я умру от чехотки раньше, чем ты успеешь меня съесть. Ну уж нет. У меня еще выходной впереди. Дай мне хоть немного побыть полярником. Антон, проснись. Там вода в ванной. Я сейчас зовем полдома. Не успели приехать, а тебя уже работать потянулось. Что? А, да. Прости, Риш. Отчетов накопилось, надо все пересмотреть. А чем это так вкусно пахнет? А это щучьи котлетки. По маминому рецепту. Ого. Скоро будем обедать. Ну и меню у вас с мамой. Послушай, я еще от завтрака не отошел. А у тебя уже обед. Раскормите вы меня скоро. Хватит мне уже захваливать. Лучше давай подарки дораспакуем. А? Давай. Смотри, это какая-то картина или фотография. Так, а это что это? Сереж, что с тобой? Тебе опять плохо? Дорогой мой папа, поздравляю тебя с днем свадьбы. Ты достоин самого настоящего человеческого счастья, чего я тебе искренне желаю. Твой непутевый дочь. Пысы, прости меня, если сможешь. А Ире передай, что ей я тоже желаю счастья и очень сожалею, что так все произошло. Целую, люблю. Скажи ей, что я ее прощаю. Пригласи ее к нам на ужин. Кому-то же нужно котлеты есть. Спасибо. Перекрыл. Теперь полдома без воды. Где телефон? Надо в аварийку позвонить. Ты вообще умудрилась его сломать? Он же железный. Да он тарахтел постоянно. Я тебе сто раз говорила, что он не работает. Подожди, успеешь позвонить? Я хочу тебе кое-что сказать. Что еще случилось? Папа звонил. Они вернулись вчера. А, вот как? И папа на меня не обижается. Они меня ждут вечером на ужин. Они это сладкая парочка Ира и Сергей? Почему ты все в штыки воспринимаешь? Ты же папу даже не знаешь. Вам просто время нужно. Я уверена, вы со временем начнете хорошо общаться. Ну да, конечно. Особенно с Ирой. Антон, я не хочу портить отношения с папой, когда их только наладила. Нам нельзя сейчас отказываться от помощи, особенно перед свадьбой. Но папа хороший, правда. Конечно, хороший. Отличный папа. Вот только дочь у него не очень получилась. Только и знать, что фигню малевать, деньги тратить на ветер и пилить бесконечно. Антон то, Антон все. Знаешь что? Иди ты к черту! Не мужик, а тряпка! Ну и вали к своему папаше! И что теперь? Вам с Сережей нужно идти на свадьбу? Сережа пойдет, конечно. Алина его единственная дочь, а я, пожалуй, воздержусь. Злишься на Антона? Да нет, я уже и думать забыла. Просто... Знаешь, не хочется портить людям праздник. Ну, ты же не будешь всю жизнь от них прятаться. Не буду. Со временем найдем общий язык. Вот Алина приходит к нам сегодня вечером. Мам, ты прости, что я тебя не приглашаю. Просто Алина... Ну что ты, разве я не понимаю? Я еще успею надоесть. Знаешь что, приходи к нам завтра. Сережа будет очень рад. А?
Ой, мама, знаешь, я с ним безумно счастлива. Послушай, Ириш, если Алинка опять начнет вдруг... Не начнет, Сереж, не переживай. Все будет хорошо, вот увидишь. Пойду открою. Стой. Кажись. Все. Теперь открывай. Тарелки. Ну, здравствуй, мама. Я так понимаю, мне так теперь тебя называть? Здравствуй, дочка. Отлично, доча. Значит, можно ни на чем не экономить. Значит так. Завтра мы с тобой пойдем в свадебный салон. Я помогу тебе подобрать какое-нибудь приличное платье. Торжество мы организуем в ресторане Вадима. Это я беру на себя, я прямо сейчас договорюсь. Я думаю, что нам с тобой еще и скидочку здесь сделают, так что мы еще и заработаем. А что такого? Паршивые овцы хоть шерсти клок. Ничего, не обеднеет твой папаша. В конце концов, дочку любимую замуж выдает. Эх, жалко, конечно, что жених нищеброд. Ну, ничего, мы его тоже куда-нибудь пристроим. Скажите, а можно, наконец, меню? Кошмар. Алло, да. Нет, золотка, это не тебе. Угу, все, давай, я тебя целую, пока. А вот и чай. Мама звонила. Привет тебе передавала. Пап, спасибо тебе за все. Ты у меня самый лучший. Вообще не знаю, что бы я без тебя делала. Может, останешься сегодня? Ой, нет. Антон с ума сойдет, если я не приду. Он так еле смирился, что я сегодня к вам пришла. Ревнивый такой? Угу. Ну, он очень хорош. Он меня так любит. Это у них там с Иркой что-то не заладилось. Ну, ладно, не будем об этом. Поживем, увидим, какой он хороший. Ты подумай. Может, все-таки останешься? Куда ты на ночь глядя поедешь? Это все-таки твой дом. Пап, в другой раз. Ну что, готовы к десерту? О! Какая красота! Эх, съем еще один кусочек. Уж больно вкусно. Пап, ты чего? Тебе нельзя столько. Тебе вообще все это нельзя, если на то пошло. Почему это мне нельзя? Ира, ты знаешь, что у папы проблемы с сердцем, и ему нельзя жирного, перченого и жареного? Конечно, знаю. Только здесь нет ничего такого. Да и потом, Сереже нравится, как я готовлю. Ну да, ты его так в гроб загонишь. Какая муха тебя укусила. Я прошу, давайте не будем портить этот вечер. Ну, правда. Извините, что порчу вам вечер. Я не это имел в виду. Да, Лина, останься, пожалуйста. Провожать не надо, выход сама найду. Алина! Всего доброго.
Не обижайся на нее. Она потом сама жалеет. Ладно, не буду. Прости меня, идиот. Чтоб пьяный за рулем ездил. Тож, я же просила. Да я тут недалеко. По дворам. В баре был. Ты так расстроился из-за нашей ссоры, что решил напиться? Не надо расстраиваться по пустякам. Твоя малышка нашла нам денег на свадьбу. Помирилась с папой? Почти. Но это же неплохо, правда? Возможно. Мне надо искать новую работу. Здесь мне ничего не светит. Так мы всю жизнь будем побираться. Найдем мы тебе работу. Найдем. Нет, к Вадиму это не вариант. Кем? Официантом, поваром? Послал же бог идиота. Ну, мам. Вадиму нужны проверенные люди. С деньгами, с опытом работы в бизнесе. Что он с твоим педиатром делать будет? Да нет, я даже спрашивать не буду. Все, проехали. Ну как? О, вам так идет? А, вы только ля-ля не надо. Она в этом платье на корову в сарафане похожа. Скажите, а можно что-нибудь, наконец, нормальное принести, а? Конечно, можно. Сейчас. Слушай, а может тебе к папе обратиться? Папа тут каким боком? Ты же сама говоришь, нужны люди с опытом. Да подожди ты. Бизнес твоего отца так или иначе связан с медициной, и я уверена, что он что-нибудь придумает. Мам, там Ира. И что? Я вообще в этом не вижу никакой проблемы. Может, это примирите? Привет. Привет. Я думал, ты спишь. Без тебя не спится. Все в порядке? А, да. Как свадьба, рассказывай. А, была бы это свадьба. Ни песен за столом, ни драки. Скукота. Чай попьем? С тобой с удовольствием. Слушай. Алина попросила меня устроить своего мужа к нам на работу в компанию. Да она прирожденный кадровик. Интересно, кем? Наверное, в лаборатории, он же медик. Есть там вакансия. Но я пока не дал ответ.
Если ты против, я попрошу кого-то из компаньонов, чтобы они взяли его к себе. Ну, в лаборатории почему бы и нет? Клиническая фармакология – его конек. Так ты не против? Сереж, да какая мне разница? Главное, не в мой отдел. Хотя... Можно и в мой отдел. Я все равно скоро в декрет уйду. Что? Ира. Я не верю. Ирочка. Ирунчик, ты мой дорогущик, ты мой дорогой, любимый, родной. Ты меня дурачил, мне тошнит, я тебе сейчас костюм испорчу. Я говорю, тысячу новых, мне плевать. Господи, боже мой, у меня будет сын. У меня будет сын, ты понимаешь? Родненький человечек. Гардеробная. Ну что ж, неплохо. Ну что, давай показывай, что дальше. Туалет один. Гостевой, еще один прямо из спальни. Да. Постарался папочка для своей доченьки, ничего не скажешь. Ой, хотя лучше бы деньгами отдала. Мы бы с тобой вариантик получше присмотрели. У меня, кстати, риэлтор есть. Никто не жаловался. Что ты смеешься? Эксклюзив. Мама, ну куда уже лучше? Центр города, отличный ремонт. Заходи и живи. И потом, это свадебный подарок. Дареному коню, знаешь. А, вот именно. А вот насчет ремонта я бы с тобой поспорила. Так уже никто не делает. Вчерашний день. Мама, ты вечно всем недовольна. Может, пора успокоиться и смириться, нет? Ладно. Расскажи, как там Антон. Освоился на новой работе? Или ему опять все не так? Да, пускай ждут. Нет, такого решения без Сергея Владимировича я не приму. Извините, у меня вторая линия. Да, Леша. Ну, подъезжай в офис, поговорим. Нет, да никак не могу. У меня встреча, потом совещание. Договорились. Это же катастрофа. Ты почему мне сразу не сказала, как только узнала? Во-первых, папа попросил пока никому не говорить. Во-вторых, какая разница, мам? Ну, сколько вы уже в разводе? А при чем здесь я? Скажи, а ты действительно не понимаешь, что эта наглая девица тебя хочет оставить ни с чем? Без отца, без наследства. Почему ты так думаешь? По кочану. Совсем дура? Или прикидываешься? Она тебе мстит за Антона. Сначала охмурила твоего папашку наивного, потом быстренько на себе его женила. Теперь она еще и беременная. А я вообще очень сомневаюсь, что это его ребенок. У них 30 лет разницы. Какая здесь может быть любовь? И что мне теперь делать? Ничего. Все, поздно уже. Теперь она в дамках. Здорово. Здорово, Антоша. Как сам? Все нормально. Присаживайся. Ну, рассказывай, зачем звал. Спасибо, да. Эспрессо, пожалуйста. Разговор к тебе есть. Конфиденциальный. Да шучу я. Хотел просто с тобой поговорить, ну, чтобы твои не слышали. В общем-то, такое дело. У меня капсулятор сломался на прошлой неделе. Да, бывает такое, техника подводит. Так что 18 тысяч упаковок покцетила, я вам в этом месяце никак не отгружу. Такие пироги. Ну, у нас с тобой контракт, потом мы уже с аптеками на месяц договорились. Если его не будет, мы на штрафы влетим. Я знаю, я знаю. Вы же мне потом эти штрафы ответкой пришлете. Ну, так надо что-то делать. Оборудование на гарантии, ну, капсулятор это твой. Ну, конечно, на гарантии. Но только у нас таких спецов нет. А из Италии мастер только через неделю будет. И что теперь делать? Что делать, что делать? По обстоятельствам действовать, Антош. Да я уже все обдумал. Ну, у меня только один вариант, он такой форс-мажор, понимаешь? Короче, у меня на складе дженерик лежит, индийский. Можно быстренько его перепаковать и отгрузить вам без задержек. Сечешь? Леш, ты что?
что, шутишь? Серьезно. Я на такое не подпишусь. Антоша, зря, зря. Послушай, всем же будет хорошо. И тебе, и мне. Но с меня, ясен пень, моральная компенсация в размере годового оклада. Понимаешь? Нет, Лех, я этим заниматься не буду. А вдруг твои индусы там что-то набодяжили, от твоего поксатила кто-нибудь помрет? Тогда что? Ты с чего будем помирать-то, а? В этом препарате то же самое действующее вещество, что и в оригинале. Ну и документы от индусов имеются. Ну, соглашайся, Антоша, а? Нет, Лех, мой тебе совет. Разбирайся со своим капсулятором. Я в такие игры не играю. Как знаешь. Ну ладно, извини, мне пора. Понимаю. Все, пока. Алин, ты дома? Я уже вернулся. Ты пришел, а я уснула. Привет. Привет. Аль, ты иди спи, мне еще по работе надо поговорить. Хорошо.